Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Изба вязальня». Сейчас мы с вами свяжем такую вот бахрому. Бахрому можно вязать несколькими способами, и в основном предлагают ленивый способ – обвивом. Когда мы обвили здесь, обвили там. В общем-то, получается то же самое, но в случае, если мы с вами потянем за вот эту вот ниточку, у вас вся бахрома уедет, потому что она крепится только обвивом, то есть ничем. Моя бахрома гораздо более стабильна, посмотрите. Я тяну за ниточку. А она не вытягивается, видите? Она сохраняет форму, она держится. Конечно, такой способ немножко более трудоемкий, но он того стоит, потому что, вы сами понимаете, вы вяжете изделие, потянули за ниточку, и катастрофа. А учитывая, что все изделие так не вяжет, а вяжет только небольшая отделка, я думаю, можно и потрудиться, зато эффект будет более чем хорош. Итак, что нам нужно? Нам нужна мерка для бахромы. Это может быть узенькая линейка, это может быть деревянная палочка, это может быть какой-то большой карандаш, но желательно, чтобы наша вот эта вот мерка была длиннее изделия, которое мы будем провязывать. Берем линейку, причем желательно не с самого краешка, а немножко подальше, потому что первые петли самые сложные. Итак, начинаем. Приложили мерку, обвили первую петельку, даже вот в эту сторону, в сторону вязания. Берем крючок, заводим между первой и второй иглой, вынимаем петлю. Вот, просто поддели ниточку. И при помощи вот этой петли мы уже будем с вами создавать бахрому. Видите, вот поддела, завела за следующие иголки и вынула мою бахрому через ту петлю, которую мы образовали. Обвели иголку. И уже с этой стороны достаем нить, потому что она у нас сзади. Мы каждый раз обвиваем нашу мерку. Два. Сделали петельку. Обвили иголку. Сзади достали ниточку. Три. Обвили иголку спереди. То есть, видите, мы каждый раз обвиваем линейку с разных сторон, образуя бахрому. Дело идет достаточно быстро. Если вы приноровитесь, то будет совсем быстро. Самое главное, не придвигайте вязание близко к тем петлям, которые вы уже сделали, иначе вы нацепляете тех петель, которые у вас уже готовы. Это будет нехорошо. Мы каждый раз образуем новую петельку и очень быстро двигаемся край к платно. А теперь нашу мерку можно немножко и подвинуть. Она никуда не денется. И вот таким вот способом. В принципе, не так много времени это и занимает. Немножко приноровившись, вы сможете делать бахрому очень даже быстро. Так можно оформлять рукава, низ изделия, брючки, все что угодно. И, как я уже говорила, чем хорош этот способ, он более устойчив, чем простое обвитие. Обвили, потянули и все. Здесь у нас все-таки идет гораздо больше сопротивления нити за счет того, что она несколько раз перевязана узлом. Трение. Всего лишь трение, но оно нас спасает. Так, и последнюю петельку просто надеваем на иголку. Оставляем мерку висеть на машине. Но наша ниточка, если мы только не взяли отделочную, переехала на другую сторону. Поэтому переводим каретку. Если у вас был счетчик, вы должны это учесть. Ставим его в рабочее положение, провязываем несколько рядов. Ну, я провяжу 4 ряда. Смотрите, чтобы линейка вам не мешала. Вынимаем мерку, у нас получаются совершенно чудные петельки. Причем петельки, как я уже вам показывала, достаточно устойчивые к воздействию. Отлично, я могу их тянуть, естественно, рвать их не надо, потянули, но ничего с этими петельками не случилось. Вот такой замечательный, очень простой и интересный способ выполнения бахромы.